Нурлан Нагаев встретился с населением села Кызылсай. Сегодня здесь проживает 7,5 тысяч человек. К водопроводу подключено 1047 жилых домов. На некоторые улицы села Кызылсай, где ранее отсутствовала вода, подвели водопровод общей протяженностью 1670 метров. Жители затронули вопросы занятости, общественного транспорта, сельского хозяйства, питьевой воды, цен на продукты питания, говорили о необходимости увеличения числа отделов банков. Глава региона отметила, что поднятые вопросы будут решаться последовательно, исходя из приоритетов. В своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по повышению качества жизни населения. Соответственно, перед нами стоит задача решать все вопросы сообща и системно. И в этом направлении мы будем использовать два главных принципа. Это открытость и справедливость в деятельности государственных органов. Самый важный вопрос региона, Жаноузена и пригородных сел сегодня – вопрос обеспечения питьевой водой. Бюджетные средства будут направляться в первую очередь для решения этой проблемы. Во вторую очередь стоит задача обеспечения качественного образования для наших детей. Остальные вопросы будут решаться последовательно в зависимости от приоритетов.